Это «Вести утро» Карачаево-Черкесия, в студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 7-12, в горах плюс 2-плюс 7. Днем до плюс 27 тепла и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25 тепла. В республике проходит неделя сохранения детского здоровья. Особое внимание специалисты уделяют подростковому возрасту. Об особенностях подросткового периода и как уберечь детей от вредных привычек, на эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит медицинский психолог Лариса Шаманова. Доброе утро всем. Доброе утро, Лариса. Благодарю вас за то, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Вот эта неделя сохранения детского и подросткового здоровья. Но сегодня я хочу поговорить с вами именно о подростках, о подростковом возрасте. Дело в том, что это особый период в жизни каждого человека. И как у психолога медицинского, мне бы хотелось спросить об особенностях подросткового возраста. В чем они? Доброе утро, Белла. Доброе утро, телезрители. Да, сейчас проходит именно неделя сохранения и укрепления здоровья, и в рамках этой недели мы проводим различные мероприятия, направленные именно на укрепление как физического, так и психологического здоровья детей и подростков. Но в частности коснемся, конечно, подростков, да, потому что это такая достаточно глобальная и кризисная больная тема. Да? Сам вообще подростковый возраст достаточно кризисный момент. Именно в этот момент происходит такой переход от детства к взрослению. И детский организм еще не может справиться с такой большой нагрузкой. Происходит и физическая нагрузка, гормональный фон меняется, происходит и психологическое развитие меняется. И ребенку очень трудно справиться со своими эмоциями, контролировать их. Конечно, поэтому часто мы слышим, что подросток, он такой вспыльчивый, раздражительный, плаксивость появляется и так далее. То есть такие важные моменты, особенности проявляются, которые он не может контролировать сам. Не взрослые, но уже и не дети. Родители подростков, они знают, что это такое. С какими трудностями приходится сталкиваться. Но все это ничего по сравнению с такой глобальной проблемой, как алкоголизм, наркомания. Что с этим можно сделать? Ну да, зачастую самыми главными проблемами являются такие проблемы, как алкоголизм и наркомания, да, пристрастие. Особенно это очень ярко проявляется тоже в подростковом возрасте. Потому что зачастую родители со своей гиперопекой, желанием оградить от различных трудностей, да, мы стараемся как-то смягчить мягкие все углы, да, но таким образом мы делаем детей более безвольными, какими-то неуверенными в себе. И зачастую, попадая в какую-то плохую компанию или под какое-то плохое влияние, они сразу же становятся навязчивыми, да, то есть попадают под чужое влияние и быстренько попадают в плохую компанию. И зачастую это связано с употреблением спиртных напитков и курением. Что делать? Конечно, тут тоже такая большая роль отводится родителям, да, потому что родители, они всегда находятся рядом с детьми, они могут заметить какие-то изменения, да, в поведении, чаще всего проявляются в поведении, да, то есть становятся более скрытными, чаще не хотят общаться, замкнутые, какие-то чаще у них общение с какими-то людьми, да, то есть надо знать, с кем ребенок общается, прежде всего наладить эти взаимоотношения доверительные, да, что очень важно, чтобы знали, с кем он идет, куда идет, во сколько придет, во сколько приходит. То есть не такой жесткий контроль, как бы, потому что это тоже раздражает, да, детей. Да, аккуратненько, деликатно, да, но чтобы вы знали, с кем он дружит, в какой компании он дружит, где он проводит время, какие его друзья. Ну что ж, я благодарю вас за информацию. Желаем успехов в работе. Спасибо большое. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14:30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире.